Добрый день, друзья! Вы на канале «Дачные секретики», с вами я, Елена. Жарким, солнечным, летним днем очень приятно пообедать холодненькой окрошкой. Многие из вас готовят это блюдо, но немногие знают рецепт окрошки на ревневом отваре. И вот сегодня я хочу поделиться с вами рецептом этой окрошки. Самый главный ингредиент – это ревень. Срезаем нижние листы и отрезаем листья. То есть оставляем для приготовления только стебли. Я нарезала ревневых стеблей и иду в дом готовить окрошку. Зеленый лук, перья зеленого лука, огурцы зеленые, петрушка, укроп, вареная колбаса, любая, сметана. 3 куриных яйца, 3 картошки, горчица, соль и перец. Берем ревень, моем, очищаем от шкурки и нарезаем вот такими брусочками. Где-то пополам, где-то на 3 части, сильно не измельчаем. Кипящую воду, у меня здесь 2 литра, я закладываю ревень. Уменьшаю огонь. Ревень проварился 5 минут в кастрюле. Пока наш отвар из ревеня остывает, я отварила яички. Еще продолжает вариться картофель. И я буду измельчать все наши продукты. После того, как отвар из ревеня остыл, овощи уже готовы, мы их закладываем в отвар. Добавляю половинку столовой ложки горчицы. Горчица острая. И выкладываем 3 столовые ложки сметаны. Перемешиваем и дальше уже будем по вкусу либо добавлять соль. Может быть, кому-то будет не сильно острое, то есть перчик можно будет добавить. Можно будет добавить минеральной воды, которая сильно газированная, она тоже придаст свою остринку такую. Кисленькая. Теперь оставляем нашу окрошку остывать в холодильнике. Ну что, друзья, пришло время обеда. Наша окрошка остыла в холодильнике. И теперь я буду снимать пробу. Накладываю немножечко. Кислоту хорошо чувствуется. Соль хорошо. Мне не хватает остроты немного, искристости и сладости. Поэтому я сейчас добавлю сахара, где-то половину столовой ложки, и добавлю горчицы. Вот так где-то. Теперь пробуем второй раз. Теперь немножко лучше. Угу.
Ну что, друзья, приятного аппетита! Я надеюсь, вам понравится рецепт моего блюда окрошки на ревневом отваре. И вы будете с удовольствием готовить и употреблять в пищу летом, когда вам очень жарко. Смотрите наш канал, ставьте лайки, подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех выходов видео, нажимайте на колокольчик. Ну а на сегодня все. Пока!